Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в BioShock Infinite. Мы находимся недалеко от резиденции Комстока. Здесь, как видите, война. То есть сопротивление воюет с правительственными войсками. Но при этом наших тут нет, и те, и те наши враги. Хорошее начало. Сразу в мясо. Ну, давайте. Куда ты пошла? Ты посмотри. Нет, эта пушка мне определенно не нравится. Она слишком слабая. Вот, лучше возьму вот это. Минус. Блин, да кто шараш? Вовремя, на самом деле. Так, хорошо. Место на самом деле сложное, меня здесь уже успели убить. Но, в принципе, я думаю, мы справимся. Готов. Готов. Интересно, зачем там эта лужа воды? Давай сдохнешь уже, нет? Там уехал, нет? Молодца. Так, я думаю, мне пригодится что-то более осмысленное, типа вот этого. На, лови. Ты посмотри на этих подлецов. И чего нам дает эта лужа воды? Да. Бесполезная вещь, судя по всему. Да. Пушку надо прокачать. Не сказать, что она прям сильно по ним лупит. Фу, хорошо. Патрончики. Ты просто посмотри, какое мясо идет. Весь город в огне. Элизабет. What is it about that song that brings in the bird? When I was younger, I used to be excited when I heard it. Excited? He was all I had. He fed me, brought me books. He was my friend. Friend? Until I grew up. And I hated him, because he was my warden. He's just Comstock's pet, isn't he? Just like me. Ready. Капец, это что такое? Скальпы, что ли? Офигеть. Да. С каждым разом все хуже и хуже. Ты только поняла? Once people get their blood up, it ain't easy to settle it down again. This is on our hands, isn't it? Она скальп отрезала, финку отрезала, ну все, Мерлоу, Комстоку еще собралась. Hey. Но уже не выйдет. Элизабет ее в прошлой серии убила. Мы здесь вообще уже были. Ну, здесь все было не так, конечно, печально. Ну, может, это и к лучшему, потому что... Добрый день. Я думаю, будут стрелять, не будут. Хорошо. Они любят эти штуки. Так, ладно. Побоище было знатное. Давай.
Да, те самые места, мы тут были уже везде. You don't think anyone can really see the future, do you? I saw something once when I first got here. A dream. It was New York, but larger than any New York I ever saw. It was burning. None of the prophet's magic is rubbing off on you. Что бы это могло значить? Ты ко мне, что ли, сюда? Не надо этого. Нахуй тебя так не хватало. Так, Элизабет. Давай пушку. Блин, тебя только не хватало. Сейчас мы тебя влупим. Куда он подевался? А, вот ты. Ты посмотри, не снесло. Понял. Я передумал. Ой, бежим, бежим. Подожди. Бежим. Помогай, помогай. Sorry, that's all I've got. You need this. Фу, помогло. Че, больше не шевелимся? Сейчас я могу сказать, что в Колумбии никакой свободы не появилось. Теперь просто анархия, беспредел на улице. Я думаю, пока кто-нибудь не возьмет все это в руки, здесь будет просто кошмар твориться. Прятаться негде, говорит. Да. Этот товарищ уже убедился. Его краевич это все и написано. Так, покушаем. Ну и поехали, что ли. Элизабет, открой. Элизабет, little help. Стоит ли? Сбитый. Понятно. Казалось. Так это близнецы же. Какого черта они вообще тут делают? Самые непонятные персонажи на моей памяти. Well, at least she invented the technology that allows the city to float. Giant balloons. Quantum particles, suspended in space-time at a fixed height. So, not giant balloons? But the thing is, my book said they disappeared several years ago. I told you they'd come. No, you didn't. Right. I was going to tell you they'd come. But you didn't. But I don't. Are you sure that's right? Something tells me they're not exactly what they appear. I was going to have told you they'd come? No. The subjunctive? That's not the subjunctive. I don't think the syntax has been invented yet. It would have had to have been. Had to have had been. That can't be right. They seem to want to help. They seem to be out of their minds. What's odd? The fact that we sometimes... Finish each other's sentences? Exactly. It would be odder if we didn't. How do you suppose they manage that? I'll get back to you after I figure out the floating city bit. Да. Про кванты тут еще особо никто не слышал. Какой-то 1913 год. Come on. Comstock House is up ahead. Хорошо. Вот это, по-моему, самое интересное, когда мы уже были в этих местах, а теперь те же самые, но разрушенные. И здесь выглядит просто катастрофически. He was grooming me, wasn't he? Comstock? Yeah. Thought they'd stay on top forever. Ha! Look at him now! Here he is! Элизабет, отойди. I found ammo! Да, пистолет надо качать.
Так, сюда нам по сюжету надо? Нет. Мы пойдем сюда. То есть тогда тем более пойдем. Элизабет. Элизабет. Хорошо. Хоть чуть-чуть, но приятно. Солей. Бардак тут теперь, конечно. Ладно, пойдем. Че, туалет есть, но они закрыты. Нагреватель. А был ли такое оружие у нас? Ого. Я думаю, это будет интересно. Так, качаем свою ручную пушку. Увеличенный урон. Больше не можем пока, да? Был бы какой-нибудь фильтр, чтобы можно было качать чисто то, что тебе нужно. А, ну вот оно, смотри. Хорошо. Может, увеличение обоймы сразу сделаем? Почему бы нет? Перезарядка. Скорость перезарядки. Да мне, в принципе, и так устраивает. А тут еще такие деньги просят. Ну, ладно. Оставим пока так. Вот это, кстати, прикольная штука. Блин, опять денег не хватает. Давно я не пользовался. Спасибо. Наглухо привалили товарища. Всех, кто кажется подозрительным. Нормально. Всех, кто носит очки. Нормально. Так, и что же тут? А, это этот опять наемник. Даунс. Так. Мистер Комсток, когда встретимся в следующий раз, пеняй на себя. Сходил я в этот твой зал героев, зал лжепророком. Кстати, выяснилось, что Дэвид Дуит, то есть, говорит на языке Сиу. Он помог мне перекинуться парой слов с пареньком-калекой. Послушал я про житье-бытие мальчишки и решил вот что. Когда буду снимать с тебя шкуру, резать я доверю ему. На нашу сторону, то есть, этот парень стал... Мистер Комсток... When we next meet, it won't be to parley. See, I went out to that hall of heroes to scalp your false shepherd for you. Turns out, though, DeWitt speaks Sioux. He helped me to swap words with this crippled child I've been, looking after. Now, after hearing how the kid has fared in your city, I'm thinking when we take your pelt, I'll let him hold the knife. Неплохо. Так, это нам тоже не по сюжету. Хорошо. Давайте все осмотрим. Здесь у нас, ты посмотри, что есть. Вообще нам вон туда. Ну да, давай пойдем сюда. Locked. Elizabeth. Sure thing. Блин, мне просто интересно эту пушку попробовать. Она понятно, что отстойная, но при этом... С одного выстрела, я думаю, порвёт всех в кровавые пузыри. А потом, после этого выстрела, придёт спрятаться. Офигеть. Блин, это круто. На самом-то деле, это да. Капец, их порвало, пожгло всех, чертовой матери. О, это, блин, просто весело.
Хотя, конечно, много с такой не навоюешь. А побаловать очень даже. Блин, хватит, бери монетки. Че? Что это? Если ваш уровень здоровья очень низок, убийство врага дает очки здоровья. Ух ты, вот это надень. Прикольная штука. Здесь ничего нового нет. Увеличенная перезарядка. Ну, давайте поставим, что уж. Все, почти нищие. Need money? Давай. Catch. Лишней никогда не будет. Туалеты. Бесполезно. Видно, как тут красиво было, да? И какой тут теперь срач. Даже жалко маленько. Так, вот они. Величайший ученый Колумбий представит своего брата-близнеца. Он тоже физик. Еще один гений. Кто бы знал, что у него есть родня. Интересно. То есть вы понимаете, эти два человека, в принципе, повинны в том, что этот город появился. Именно на их технологиях он и летает. Не какие-то антивоздушные шары, не реактивные двигатели, квантовая физика. И только она держит этот город в воздухе. Прикольно. Я, правда, не совсем понимаю, для чего им это все. Может, там честолюбие. Пожалуй, вот так вот. Это для обычных врагов, а то для плохих. Блин, как тут классно. Прям хочется тут отдохнуть. Как-нибудь посидеть. Картофель фри. И ломтики свинины, походу. Или говядины. Блин, аж свина потекла. О, хорошо. Есть там кто наверху? О, есть. Пусть работает. Что там творится? О, еще. Ну, ладно. Мне она понравилась просто. Пожалуй, возьму ее. Так, все, пушку сломали. Спокойно. Смотрите, какая полезная штука. До свидания. Эмо, take it. Не-не-не. Твою мать, ты посмотри, какой. Фу. Обжег, гад. Ну ладно, мы уже все восполнили. Нет, пушка, конечно, она именно вот смешная и интересно воевать, но не больше. Так. Да, ты посмотри, что они сделали с этим местом, свиньи. Я понимаю, конечно, что этот город был вынужден прибегнуть к такой чистке крови, потому что они тут все просто охренели. Но при этом сам по себе город был очень красивым. Теперь все это разрушается. Мне, честно говоря, жалко. Людей не жалко. Город просто великолепный. Жалко его.
Here's some cash. Okay. Thanks. Труп лежит, а она мне про монетки все. Опа, чирик.